А где все? Куда все подевались? Мы что, уже прилетели? Нет, вроде летим. Что такое? А, мы падаем, падаем. Где все? Где все? Мы падаем. Помогите, помогите. Что делать? Куда деваться? А, лишь бы выжить, лишь бы выжить. А, помогите, помогите, спасите. СОС, мы падаем, мы падаем. А, а. Всем привет, с вами Exabyte, и сегодня мы начинаем выживание в игрушке под названием Stranded Deep. Stranded Deep — это survival на острове в открытом океане. Как вы видели, мы только что рухнули с самолета посреди океана возле небольшого красивого островочка. Господи, тут рядом плавает акула. Надо быть осторожнее. Ну ничего, потом мы ее съедим. У нас с вами есть только голые руки, плот наш небольшой и наши мозги. Игрушка очень интересная, захватывающая, хороший survival. Единственное, нет на русском никаких инструкций, практически нет гайдов и приходится до всего доходить самому. В общем, я тут долго плутал, долго искал, что надо делать. Пока не понял, что первым делом нам надо раздобыть нож или мачете, потому что мы вообще с голыми руками сделать мы ничего не сможем. Поэтому нам нужно сейчас плавать, искать затонувшие корабли, осматривать их и пытаться найти там себе либо нож, либо мачете. Ну, попутно можно собрать еще все, что там нам попадется, а попадается там всякое разное, очень полезное. Итак, начнем потихонечку осматривать территорию. Блин, тут акула рядом. Она прям две даже. Ух, какие большие. Они даже не отстают от нас. Блин, они могут нас сейчас просто съесть. Ну ладно, мы осторожнее с веслом. Если что, веслом по хребту дадим им. Оп, оп. Смотрите, какая красота. Ну, они прям чуют, что мы для них хороший завтрак. Может, их можно приручить, может, мы с ним подружимся. Только для начала надо раздобыть мясо. Вот первый кораблик. Сейчас мы спрыгнем аккуратно. Посмотрим, что у нас тут есть. Ну. Поплыли, поплыли. К сожалению, тут пусто. А, скорее, 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 а то задохнемся. Фух, успели. Посмотрим в рубке, может, тут что есть. Все вот эти сундучки нужно открывать. Оп, мачете. Как раз то, что мы искали. Посмотрим, что нам еще попадется. Пригодится. Тут еще, если вы заметили, есть шины. И что-то еще даже. Но, к сожалению, мы их пока не можем подобрать. Ух! Какая большая. Нам бы отсюда теперь потихонечку бы свалить, чтобы нас не съели. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Скорее, скорее, на плот, скорее, на плот. Черт, 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 на плот, скорее, скорее на плот. Фу. Успели. Поплывем еще, посмотрим следующий кораблик. Может, это наша охрана, потому что они как-то даже нас не трогают. Но они от нас и не отстают. Смотрите, какая красота. Прям можно вот тут остановиться и отдохнуть, подумать, послушать волны. Очень круто. Сейчас мы доплывем до следующего корабля. Затонувшие корабли здесь зачастую можно увидеть по торчащей из воды мачте. Это хороший ориентир, но так бывает далеко не всегда. Иногда от корабля торчит только, например, верх корпуса, и он волнами закрывается, и очень сложно его разглядеть.
Подбирать нужно абсолютно все. Абсолютно все, что найдем. Потому что все это нам пригодится. Вы скоро в этом сами убедитесь. Эти акулы от нас вообще ни на шаг не отстают. Так и плавают рядом. Что-то, знаете, неохота мне прыгать к ним. Тем более тут сейчас уже будет ночь. Ладно. Поплыли на остров. Попробуем себе построить кроватку. Потому что без кроватки мы даже не сможем сохраниться. Кроватка нам жизненно необходима. Заодно осмотрим территорию, вообще посмотрим, что нам предстоит делать. Сейчас, сейчас. Вообще, они за нами, наверное, даже на берег выйдут. Это вообще ужас. Ну ничего, это потенциальные два обеда наши. А может, мы их не обед, посмотрим, кто кого съест. Фух, доплыли. Пока, акулы. Пока, пока, да, пока. Еще увидимся. Так, это наш домик на ближайшие наши несколько месяцев, надеюсь. Сейчас мы обойдем территорию, посмотрим, что у нас есть. Оп, груша, можно сожрать. Сорвем про запас. Пальму можно срубить с помощью мачете. Сейчас мы его выберем, где она тут у нас. Вот она. Потом мы из нее сделаем себе веревку. Без веревки здесь тоже никуда. Поэтому нам надо сейчас запастись листиками. Так, досочки подбираем, все подбираем, все, что подбирается. Скоро уже будет заход. У нас есть умные часики, которые нам показывают время, дату, 30 градусов почти что за бортом, 0 дней выживания. Плюс вся информация о нашем состоянии здоровья. Ну, пока все хорошо. Так, продолжаем собирать. Ой, змея! Ой-ой-ой, нас укусили. Блин, страшно даже. Так, так, так. Может, ее можно зарубить? Что-то не получилось у меня ее зарубить. Ну ладно, это наш тоже потенциальный обед. Пока что соберем, осмотрим территорию. Все камушки собираем. Полиэтилен нам очень пригодится, чтобы фильтровать себе водичку. Еще полиэтилен, круто. Все собираем. Доски, все собираем. О, ведро. С помощью ведра мы можем набрать себе воды. Можем прямо из океана. Можем ее вскипятить. Можем собирать дождевую воду. Так. Уже что-то собрали. Сейчас мы завалим пальму. Собираем листики для веревки. Я очень долго не мог понять, как тут добыть веревку, пока не прочитал некоторые гайды. Нужно собирать, в общем, волокна юки. Это вот эти маленькие пальмочки. И потом из них можно будет скрафтить веревочку. А без веревочки тут вообще тоже никуда. Ну что, надо завалить пальму какую-нибудь. Давайте сначала кокос достанем.
И завалим пальму для своей кроватки. Оп. А то дело близится к вечеру, нам надо устроить ночлег. Сейчас мы ее завалим. Давай, давай, падай, пальма, давай, давай, еще чуть-чуть. Опа, пошла. Сейчас мы ее разрубим. Тут, долговато, конечно, топорик бы. Опа, есть. Сейчас мы листья срубим. Оп, листья подобрали. Сейчас мы разрубим бревнышки. Ну давай, рубись, бревно, рубись. Есть, собираем. У нас, походу, перегруз. Ну ладно, давайте где-нибудь сейчас возле камушка попробуем построить себе кроватку. Так, что у нас есть? Сейчас мы скрафтим себе веревку. Давайте построим себе хотя бы шалаш. Пальмовые ветви. Так мы же вроде добыли пальмовые ветви. Костер. Бет. Вот уже тут темно и ничего не видно. Ладно, попробуем на ощупь. Ну давай, давай. Что-то она не хочет падать. Почти, почти пошла. Есть. Мы же вроде собирали уже эти пальмовые ветви. А, вот как, надо на отдельные листики разрубить. Вот оно что. Где наша веревка? Так, ну давайте тут поставим какую-нибудь кроватку. Да попробуем сохраниться. Давайте. Первый шалашик построим. Пока что куда-нибудь его, куда поставить шалашик.
Ну давайте вот тут у водички, надеюсь, нас никто не съест. Оп. Ножик убираем. Оп, и наконец-то мы можем поспать и сохраниться. Ура! Ура! Ну давайте посмотрим вообще, что тут ночью творится. Я тут один раз видел летучих мышей, пока учился выживать. Их можно как бы даже ловить и есть. Смотрите, как красиво. Прям вот можно сесть на камушек и послушать прибой. Полюбоваться волнами. Очень круто. Так, мы хотим пить, и у нас проблемы со здоровьем. Ну ничего страшного. Давайте для начала ляжем поспать, утро, вечера, оно мудренее. Так что будем отдыхать. Оп. О, мы заснули. А что это мы мало спали-то? Непонятно. Я думал, мы поспим до утра. Хотя луна уже закатывается, скоро рассвет. Сейчас мы сохранимся. Ладно, ребят, давайте встретим рассвет и на этом будем закругляться. Ух ты, как красиво-то, как красиво. Вообще просто шикарно. Смотрите, как круто. Ух ты, красота. Опять змея рядом. Какая красотень. Птички летают. Ух, уже рассвело. Ну что ж, на этом пилотный выпуск по Stranded Deep я на сегодня завершаю. Встречи в следующих сериях. Всем спасибо, кто смотрел. Кому понравилось, поддержите лайком. Кому не понравилось, пишите почему, что мне еще можно тут сделать, исправить. Пишите свои идеи для наших выживаний. В следующей серии мы уже более подробно разберем, что тут к чему. И разведаем территорию получше. Всем спасибо еще раз. Всем пока.